Борис и Глеб – это первые русские святые или вообще первые святые на территории Древней Руси? Сейчас разберемся. При князе Владимире еще до крещения Руси произошла интересная история. Киевляне собрались принести в жертву языческим богам молодого юношу, и их жребий пал на Иоанна, сына некоего Федора Варяга. Поскольку отец и сын были христианами, Федор в одиночку выступил против разъяренных киевлян и отказался выдавать им сына, за что оба были убиты. Именно они стали первыми известными мучениками на Руси. А русские князья Борис и Глеб были по официальной версии убиты своим старшим братом Святополком, который получил прозвище Окаянный. Именно братья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Если ты хочешь больше узнать о Древней Руси, загляни в комментарии к этому видео.